подготовка шейдеров для Mortal Kombat 1. 0%. Этот процесс займет несколько минут в зависимости от конфигурации вашего оборудования. Вы можете нажать «Отмена», и подготовка продолжится в фоновом режиме, но это может повлиять на время выполнения операции и снизить производительность. Как будто из нее слова вытягивают просто очень-очень ей плохо, судя по всему, боже мой. Я освободил песочные часы и стал хранителем времени. И дальше мне нужно было перезапустить историю. Не скованный событиями прошлого, я мог свободно создавать новую эру. Я творил на этом чистом холсте со смирением и сдержанностью. После тщательной подготовки я начал работу, раскрасив тьму. Когда прошли тысячелетия, я набросал миры. Спустя еще несколько тысячелетий, мазками, я вдохнул в них жизнь. В моей новой эре все существа получат возможность жить в этом мире. Жить в мире. Добьются они этого или нет, будет зависеть от них самих. Ибо моя сила позволяет мне лишь положить начало этому творению. Завершить его должны смертные. Mortal Kombat 1! Ребят, всем привет, меня зовут Влад, мы в игре Mortal Kombat 1. Я ее еще никогда не проходил, нигде никогда не смотрел, только трейлеры смотрел, когда игра только-только выходила. Mortal Kombat, символ товарного знака 1. Да? Нажмите любую кнопку. Да ты что? Ладно. Онлайн-общение. Распознавание речи можно включить в разделе «Специальные возможности» в меню настроек. А чё, серьезно? Продолжить. Она серьезно есть в этой игре? Учетная запись WB Games. Привяжите игру к Mortal Kombat Unplugged. Чтобы получать на... Привяжите! Ками от Джонит Кейдж. А ты чё, всё будешь озвучивать, что ли? Битва титанов уже здесь. Господи! Поединок. Не надо всё озвучивать, женщина! Настройка. Поединок. Камео, поезд. Настройка. Настройки игры настройки. Мне нужны. Ребят! Настроить геймплей. Да завали еб... Звуковое оформление. Боже, геймплей. Как её отключить, эту мразь? Мега сложно не беру, потому что надо ознакомиться сначала с игрой. Друзья мои, ваше терпение вот-вот будет вознаграждено. Ибо я приберег самое лучшее напоследок. Недавно я открыл средство невероятной силы, которое избавит от всех болезней. Скоро оно окажется на полках во всех домах внешнего мира. Этот эликсир сварен по древнему рецепту. В него входят цветы Патрон, нектар Магровии, измельченные зубы арктического дракона. Все это и многое другое, напитанное ликарианской магией. В соседнем Кантоне, все жители одной деревни купили это чудесное лекарство. За одну ночь они излечились от всех болезней, даже Тарката. Столь мощная магия очень дорога. И я уверен, вы задаетесь вопросом, можете ли вы себе ее позволить? Но на самом деле вы должны задуматься, можете ли вы себе позволить от нее отказаться? Ты лжец, Шан Цзун. Твои лекарства бесполезны.
Я так понимаю, это местный втиратель чего-то там, да? Прошу прощения, кто ты? Глупец, который тебе поверил. Когда ты пришел на мою ферму, моя дочь умирала. Ты обещал чудо, и я отдал тебе все, что имел. Но спустя несколько дней... она умерла. Это невозможно. Моя магия не могла подвести ее. Не было никакой магии. Я отнес твой эликсир императорскому магу. И знаешь, что она сказала? Это пустышка. Просто чай-барянг. Она ошиблась, добрый господин. Мои эликсиры превосходного качества. Я гарантирую их эффективность. А ты в курсе, что Шанзун драться умеет? Даже если Лю Кан переписал историю. Это ничего не меняет. А что так и должно быть? Я графику на ультра поставил, что-то какое-то мыло вижу. Или так должно быть? Так его что, всей толпой отмудохали, что ли? Что он весь... А, да, точно, смотри-ка. И где твое лекарство там великолепное? Твой облик — отличная уловка. Жители провинции с большей вероятностью поверят доброму старику. Ты пришла от недовольного клиента? Если жаждешь мести, то вперед. Если возмещение, у меня ничего не осталось. Я хочу, Шанзун, возвысить тебя. Это хроника, что ли? Сделать тебя великим колдуном, каким сейчас ты можешь лишь притворяться. Щедрое предложение. Почему я? Ты невероятно живуч. Кто еще мог бы жить, странствуя по провинциям внешнего мира, продавая шарлатанские лекарства и фальшивую магию? Жить? Я едва выживаю. Ты достоин большего. Ты достоин жить среди королей, а не крестьян. Еще до твоего рождения против тебя начали плести заговор. Те, кто боится, какого могущества ты можешь добиться. Откуда тебе это известно? Кто ты? Я твоя спасительница, Шанзун. Присоединись ко мне, и я положу миры к твоим ногам. А чё ты не затащила, когда его толпой мудохали? А, все, пошло, смотри. Приложение применил, чтобы улыбку натягивать. Молодец. Mortal Kombat. Ну, Лю Кан переписал историю, но я так понимаю, основное зло как бы еще есть, еще на месте. Какие красивые заставки катсцены. Новая эра Кун Лао. Хороший урожай, Кун Лао. Да. Нам повезло, Райден. Ты предпочел бы голодать? Нет, конечно нет. Мы обрабатываем эти поля с детства. И через 40 лет мы будем здесь сгорбленные и слабые, как старик Вэй. А? Сплюнул такой. Сколько я тебя помню, ты всегда хотел покинуть Фэнзянь. Почему тебе не сидится здесь? Наши предки сражались в великих войнах. Они погибали, обретя честь и славу. Истории о наших великих похождениях будут передавать из поколения в поколение. Наш труд не приносит славы, но мы помогаем деревне процветать. Знаю, но разве плохо желать немного развлечься? Если тебе этого хочется, могу предложить спор. Сегодняшний ужин у мадам Бо. Платит тот, кто последним заполнит анкету. Ты обгонишь меня в работе? Ха, да не в жизнь. Начнем, Рейден. Анкета там была, я что-то неправильно, может, прочитал? Да так быстро все. Так, ну пошел сбор капусты. Ферма, короче, на ферме пацаны работают. Капустка растет у них, смотрю. Белокочанная, краснокочанная, краснолистная, да, там всякая, всевозможная. Красивенько.
Еще и в горах. Так, чаек кто-то наливает, ну-ка. В воздухе чувствуется аромат. Это потрясающе. Я помираю с голода. Интересно, что мадам Бо сегодня приготовит. Вам двоим что захотите? Спасибо, мадам Бо. Вы нас балуете. Вы для меня как сыновья. Блин, прикольно. Мартуха один прикольно. Вы повторяете мои уроки? Вы повторяете мои уроки? По мере возможности. Сбор урожая оставляет мало времени на боевые искусства. Кун Лао, с самого первого слова я слышу от тебя только оправдание. Тех, кто не готовится, подведет подготовка. Хорошо, ты не забыл. Посмотрим, приготовлю ли я сегодня для вас что-то особое. Хорошо, что ты платишь. Мадам Бо разозлилась и может увеличить счет. Я плачу? Ты последним закончил работу, но первым доставил свою тележку. Доставил? Ах. Спор был о том, кто первый заполнит. Не помню такого. Вот значит, когда? Может, решим все как мужчина с мужчиной, а? Ну почему все через драку? Ну вы же друзья. Молодой Рейден. Постой, боем? Да. Здесь и сейчас. Мадам Бо может посмотреть и оценить наши приемы. Ну, это Люкан? Люкан наблюдает? До двух побед? Согласен. Нам надо быть осторожнее, мадам Бо выгонит нас, если мы что-то разобьем. Так вы же и разобьете, в смысле? Ты быстро окажешься на лопатках. Какое-то мыльцо наблюдаю, я не знаю почему, но я вижу какое-то мыльцо непонятное. Такого быть, мне кажется, не должно. Так он не сражается даже. А чё Рейден не дерется? Так, ладно. Буду на ощупь, я не буду смотреть на приемы, хочу драться как получается, короче. Так. По-любому есть какие-то приколы, да? Ох, нифига больно. Блин, как джойстик вибрирует, офигеть. Боже, как больно. Так, а что там, можно как-то посмотреть? Шаолиньская встряска АДИ. Конту... В смысле, какой АДИ? Я на джойстике играю. Стоп. Я играю на джойстике. Как мне посмотреть на джойстике? Изменить тип контроллера, клавиатура. Вот. За вперед. Y, ныряющий удар в воздухе. Блин, да тут всякая приколюха. А, все, я ему в нос дал. Ладно. Обязательно повторять. Мы же знаем, чем это закончится. Вот, вот, пошла сексапильность. А как применить супер Fatal Blow у них или кто там у них? Можно же применить уже? Или нет? Или нельзя? А, так у них недоступен он. Наверное, Fatal Blow снесет тут всю эту лавку. Ладно, я понял. У них Fatal Blow или у них X-Ray? Это же перезапись истории, значит, у них X-Ray должен быть. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, как больно. Вот это прикольная тема. Блин, как ты больно? Ты в первом раунде не был таким. Тебя кто научил драться? Так, окей. Блин, я 100 лет в Мартуху не играл. Не обоссудьте, ребята. Это ты сейчас что делаешь? Это что сейчас было? Скажи мне, пожалуйста, на милость. Ну ладно. Толпа восторженно хлопает. А чё за мыло, я не пойму. Ты меня еще не победил. Этот день настанет, Кун Лао. Продолжай убеждать себя. Я столько патчей уже качал, если честно, на эту игру. Я просто ее что-то не записывал. И до сих пор какое-то мыло. Ты был голоден. Все было очень вкусно, мадам Бо. Спасибо, Рейден. Мне всегда приятно для вас готовить. Кок. Фор. Ну и что это такое? Деньги улетели. Мадам Бо, Лин Куэй ждут вашего ответа.
О, сейчас придется, видимо, драться. Я занята, Смоук. Нифига она важная. Линк Уэй? Кто это? Не знаю, но мне не нравится, к чему идет дело. Что будем делать? Будь наготове. Мадам Бо, выбор прост. Заплатите за нашу защиту, или же это заведение может пострадать. Вы от меня ничего не получите. Это печально, мадам Бо. Ни хрена себе, мадам Бо набрасывает. Мадам Бо вообще нормально накидывает, ты посмотри, что творит. Она этого Смоука чуть не поломала просто. Рейден и Кунлау кашляют. Кунлау стонет от боли. Вы отважные, но с нами вам не справиться. Нам плевать, кто ты и с кем ты. Не смей угрожать мадам Бо. А так она сама кому хочешь угрожает. О, серьезно? Тихо, можно я драться начну? Мне не дают. А что с графой? Я ж поставил на ультры. Что за мыло на фоне? Что-то с шейдерами, что ли? Они ж так грузились. Там так настырно предлагалось. Скачайте шейдеры. Так, окей. А чё, Fatal Blow я сегодня как бы увижу, не? А чё он не хватает его? Я думал, он хватать его будет. Он его не хватает, что? Чё не хватаешь его? Ты решил ограбить не того человека, бандит. Ты мне кажется, слишком нежный с ним. Бандит. Так, ладно. А больно? Однако. А можно на Рейдена переключаться, серьезно? А, Рейдена вызываешь, он такой на фоне подбегает. Понял. У него есть, короче, какой-то этот кулдаун, да, и ты его можешь вызвать. Понял тебя. Так. Хорош. Это, короче, теперь, когда мы вдвоем, можно с легким кулдауном типов вызывать к себе. Блин, прикольно. Да не, Смоук, ты слишком далеко зашел. Тут тебе не выстоять, короче. На катсценах что-то немножко какие-то фрезы, ну ладно. Там совсем какой-то молодой Нурлан Сабуров был. Если честно, я сам удивлен. Давай, надо помочь мадам Бо. Да она сама себе поможет, вы видели, что она вытворяет? Ооо! Сабыч пришел. Сабыч это сильно. И Скорпик пришел. И Скорпик это мощно. Замрите! Как он это делает? Не знаю. Вы вмешиваетесь в дела Линк Уэй. Уходите или познаете наш гнев. И бросить мадам Бо? Ни за что. Так, ну, иди сюда, get over here. На, просто по лицу. Хочешь еще? Получай. Вам стоило бежать, пока было можно. Вы пожалеете, что перешли дорогу Линк Уэй. Так, все, get over here против меня дерется. А зачем мне вызывать Кун Лао, вернее, Райдена, если... Рейдена, если это... А, у меня тоже напарник. То есть я могу вызывать Рейдена, а он вызывает Сабыча в бой. Нифига себе. Все, я понял. Допустим. Окей. Fatal Blow пошел. Да ну нафиг. Здесь тоже Fatal Blow есть. Я думал, какой-нибудь X-Ray. А ты меня не убьешь? Fatal Blow со своего. Жесть, какая жесть, там аж все пролагивает, когда Fatal Blow идет, офигеть. Надо в настройках покопаться, что-то какая-то параша, если честно, непонятная. Оно не должно, кстати, вот такие фрезы выдавать, некоторые на заставках. Странно очень, ладно, пофиг. Главное, что играется, и ладно, так.
А чё они падают, блин? Они пока падают, я ничего не могу сделать, так нельзя. А можно мне Fatal Blow сделать, наконец? Они, главное, исполняют, а я как мудак тут бегаю. Может, я тоже Fatal Blow бахну? Я не против, например, тоже забросить кому-нибудь так. Come here, подожди, а можно я тебя ударить? Да ты заебал! Да бей ты его, ты чё? Почему мой Come here стоит на месте? Сожалеешь о решении сразиться со мной? Я сожалею, что у меня мудак, который не может двигаться. Просто в блоке. Кстати, а где мои блоки? А, вот блок, да? Понял. Да блин! Да угомонись ты. Да я не хочу умирать. Подожди, мужик, угомонись. Во, нормалек был. Все, мы потанцевали с тобой, хватит. Кунлау, давай шляпу свою выкинь. Ты же можешь вроде как-то там свою шляпу кидать, нет? Или это не про тебя? Ты же вроде умел. Я знаю, что он шляпу там как-то бросает еще. Чего он ее не кидает? И это ты пожалеешь, что перешел мне дорогу. На начальных катсценах что-то про лаги какие-то идут, ну ладно. Может, есть какие-то компоненты, которые не подходят под игру, фиг его знает. Может, проц, фиг знает. Вот, наконец-то ты научился кидать... А, вот почему ты не кидал, ты не умеешь кидать, я понял. Посредственность. Ну, метать умеет, короче, нифига. С меня довольно. Полруки ему отрезал, тогда уходи, пока я не побил тебя, как твоих Лин Куэй. Тебе не сравниться с великим мастером Лин Куэй. Грандмастер Бит. Шляпу. А где шляпа? А, шляпы нет, хорош. А чё, вызывать... А, всё, отвис. Отморозился, я думал, короче, сейчас вызывать не получится его, он отвис. Он там просто приморозился к столу, я думал, всё, я его вызвать не смогу. Оказывается, нормально всё. Шляпу не кидаем, зато нормально... Воу, хорош. Fatal Blow, сейчас будет Fatal Blow. Надо не дать ему его сделать. А мой Fatal Blow сегодня наполнится, нет там? Кто-нибудь мне скажет? Фак, его Fatal Blow пошел. Нет, не пошел, хорош. Прося должен спросить, умеет ли кто-нибудь из Лин Куэй сражаться. А можно мне Fatal Blow применить? Я вообще, почему его не могу сделать? Едите его рот. Я рядом с ним нахожусь, но Fatal Blow сделать не могу. Из-за того, что нас двое, что ли, или что? Почему Fatal Blow не отрил? Контузия. Fatal Blow, где мой? Я реально не могу его делать поначалу, серьезно? То есть они могут, а я нет? Ну это неприятно. Воу. Опять у него Fatal Blow. Да ты мудак, офигевший. Но это нечестно. Они Fatal Blow'ят мне, а я не могу этого сделать. У них еще какая-то супер энергия наполняется, которую я не могу почему-то юзануть. Как ее делать? Да бей ты его, блях. Так, ладно. Тебя обставили и превзошли. Я энергию не могу юзать. Чё за хуйня? Так.
Окей, допустим. Это что, опять Fatal Blow пошел? Смотри, он это юзает, а я не могу. Так, стоп. Чё с этими приемами не так? Вниз вбок, вниз вверх. Ё-моё, у них вообще какая-то там дичь происходит. Так, вниз вверх. И чё ничего не делается? И что эти вниз вверх не работают? Нет, не стоит, не стоит. Ух. Блин, тяжело, тяжело. А ты точно великий мастер? Тяжело, ребята, очень тяжело почему-то. Не знаю, я с этим джойстиком с ума схожу. Ладно, пофиг, играем как играем. Не получается, интересно. Кунлау, сюда. Бабушка отъехала, что ли? Бабушка на стол упала и все, ее уже не стало, что ли? Мадам Бо. Она без сознания. О нет, она... Мертва? Еще нет. Ну, сигарочку подхлюпнула нормально вообще. Мадам Бо, как вы? Кунлао. Это Рейден. Ой, Рейден, Люкен. Итак, мадам Бо, они готовы? Они, пожалуй, немного туповаты, но готовы. Его глаза сияют. Я лорд Люкан, бог огня и защитник земного царства. Бог? Земное царство? Мадам Бо готовила вас к этому моменту с детства. Сегодня вы доказали, что достойны вступить в ряды моих чемпионов. Этот бой был испытанием? Да, ваших способностей и характера. Бихань, Куайлянь. Короче, он перезаписал как бы историю, но как бы он внутри Mortal Kombat 1 продолжается история МК-11. Это прикольно. Это круто. Значит, они не бандиты? Лин Куэй — это древний клан, посвятивший себя защите земного царства. Вы говорите о земном царстве? Вы про землю? Вам, юноша, многому надо научиться. Земля — лишь часть земного царства. И само оно лишь один из немногих, из многих миров. Вместе они составляют вселенную. Миры могут отчаянно соперничать друг с другом, поэтому для защиты нашего мира нам нужны чемпионы. Близится начало великого турнира по боевым искусствам между земным царством и внешним миром. Mortal Kombat. Он проходит раз в 100 лет и позволяет мирам показать свою силу. Мы должны победить. Между нами установился мир, но некоторые во внешнем мире предпочли бы войну. Наша победа на турнире охладит их пыл. Я научила вас всему, чему могла. Вы должны завершить свое обучение с лордом Люканом. Снова учиться? Эти двое не смогли нас победить. Мадам Бо хихикает. Что? Они поддавались. Иначе бы вы не выжили. Идемте. Монахи в Академии Вуши готовы продолжить ваше обучение. Я готов, лорд Люкан. А ты, Рейден? Покинуть Фэнзянь? Я нужен здесь. Рейден, ты нужен земному царству. Ты лучше послужишь деревне, если станешь его защитником. Вот так Рейден и ушел с деревни. Я понимаю, превосходно. Я скоро к вам присоединюсь. Сначала мне нужно собрать других чемпионов. Вот так Рейден и покинул, короче, вот это все дело, и потом такой трэш пошел в его жизни. Ну, в МК-11 просто помните, что происходило? VIP, Джонни Кейдж. Глава вторая началась. Ну, я не знаю, как тут с сохранениями, короче, они тут имеются или как, выбор главы. Давайте глянем. Если VIP, наверное, сохранение какое-то прошло. Так, акт первый.
А, тут есть акты еще? Хорош. Так, получается, новая эра. Главу я первую прошел. Глава вторая, VIP у нас начинается. Это будет Джонни Кейдж. Да, тут, короче, каждая катка отдельно ее загрузить, я как понимаю, можно. Это прикольно. Да, реально можно загрузить. Офигеть, каждую катку можно загружать. Так, ладно, друзья. На этом мы закончим. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайк, комментируйте, рассказывайте друзьям. Надеюсь, вам понравилось. Я постарался. И если кто-то хочет поддержать канал, ссылки в описании. Все, всем пока.